Всем привет, чуваки, это Топ Дота, и я 2 дня не выпускал видосы, но сегодня у меня будет реально годный выпуск мифов, и я просто на 100% уверен, что он вам зайдет. Так что сразу жмите лайк и не думайте, что поставите его потом, потому что потом вы точно забудете, а я останусь без того самого лайка. А если так, то их точно не наберется 5000, и я не побегу пилить следующую часть, так что не ленитесь. Поехали! А для любителей Dota 2 советую скачать приложение для смартфона под названием Dota Lotto. Выполняешь простые задания, устанавливаешь игры или смотришь видео и получаешь кредиты абсолютно бесплатно. За них участвуешь в лотерее с другими участниками и выигрываешь ценные предметы. Ежедневные бонусы, возврат монет постоянным участникам и быстрый вывод скинов. Все это Dota Lotto. Ссылка в описании. Итак, первый миф, разогревочный, так сказать, SF и валяющиеся на земле предметы. Получит ли он души за то, что разобьет, например, транквилы вражеского акса? Давайте, пишите в комменты. И ответ... Нет, не получит. SF получает души за вообще что угодно, хоть за донай союзных героев и хоть за убийство вардов. Но вот за предметы, которые он разрушает, он не получает ничего. Немножечко грустно для любителей SF-ов, но в целом ничего страшного. Не такой уж этот миф и жесткий. А вот следующий, он гласит, что Shadow Demon может подконтрить Войда, то есть создать его иллюзии, и они смогут бегать по куполу. Что скажете? Иллюзии Войда, при этом они вражеские. Смогут или нет? И ответ – смогут. Странная херня, но вражеские иллюзии могут перемещаться по куполу Войда, что для меня, например, было совсем неожиданно. Если вы знали, то вы красавчик. Кстати, есть еще какие-то юниты, которые могут бегать по куполу вражеского Войда? Аж интересно стало. И третий миф. Если прожать Мидас, когда у вас есть Октарин, то вы отхилитесь. Звучит забавно, и это так. Действительно, если вы прожмете Мидас на крипца, то у вас восстановится здоровье. То же самое, кстати, работает с третьим скиллом Гули. Если хотите прохилить братюню, то киньте ванды на крипа и скажите, чтобы дружаня быстрее жал Мидас. Ну и последний на сегодня миф, который самый жесткий, самый интересный и самый неожиданный. Мне он просто люто доставил, когда я на него наткнулся. Итак, можно ли заденаить друг друга? То есть у нас есть 2 союзных героя-долбоеба и 1 задача на двоих. Заденаить друг друга. Одновременно. Чтобы оба героя рипнулись. И давайте резче пишите, возможно это по-вашему или нет. Ну а ответ – да, возможно. Вот такая вот дичь. И смотрите, как это делается. Берем кентавра со вкачанной пассивкой, берем его недобитого друга и берем вражеского героя, который может набрасывать какой-нибудь скилл, из-за которого появляется возможность деная союзников. Виномансера, например. Бросаем гельчик на кента и жахаем его полудохлым антимагом по голове. И как видите, происходит чудо. 2 героя реально друг друга сденаили. Даже не знаю и думать не хочу, при каких обстоятельствах вы будете это использовать в своих катках, больные вы уроды. Но если вы такое повторите, то это жесть. Ладно, спасибо за просмотр, надеюсь, вам этот видос понравился. И если это так, то не поленитесь и поставьте Лукас, чтобы было 5000 лайков и чтобы я зарядился мотивашкой пилить следующую часть. Удачи!